Пожар в Боголюбово. Он случился сегодня ночью на улице Ленина. Примерно в половине второго на пульт спасателей поступило сообщение, что на автостоянке горит грузовой автомобиль. Как выяснилось, это газель с углем. Через 5 минут пожарные уже были на месте. К тому времени огонь успел перекинуться на 3 соседних машины той же марки. В одной из них находилась бытовая химия. Еще 2 были пустые. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В результате грамотных действий пожарных через 25 минут огонь был потушен. По какой причине на автостоянке произошло возгорание, сейчас выясняют дознаватели. Никто из людей не пострадал, чего нельзя сказать о машинах. Все они принадлежат индивидуальному предпринимателю. В результате пожара были повреждены 4 автомобиля «Газель». У одного автомобиля сгорел моторный отсек и фургон. У остальных 3 автомобилей полностью сгорели фургоны.